Добро пожаловать на канал HardReset Info. Это телефон Samsung Galaxy S20. И сейчас я вам покажу, как на этом устройстве включить Google синхронизацию. Итак, вначале нужно перейти в меню приложений, затем выбрать настройки, после чего спуститься практически вниз. Посередине находится этот пункт учетной записи и архивации. Выбираем его, затем выбираем учетные записи, после чего вашу учетную запись Google. И нажимаем синхронизация учетной записи, и здесь то, что не синхронизируется, выбираем, включаем его, чтобы синхронизировался прямо сейчас. Если ничего не синхронизируется, чтобы не нажимать на каждый toggle key, нажимаем в правом верхнем углу на троеточие и нажимаем синхронизация для того, чтобы принудительно синхронизировать все. Ну, в принципе, и все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!